Всем привет, дорогие друзья! Мы снова на Колебать 73. Продолжаем проходить Киберпанк. Так, у нас что-то... я сейчас вспомню, мы где. Я уже давненько на нее не заходил. А что у нас по заданию? Давайте посмотрим, что проходить нам сейчас, сегодня. Давайте вот это попробуем. Так, у меня тут сообщение, что ли, есть, да? Не прочитать, давайте посмотрим. Так, ответим, так, здесь что? Так, все. Так. Нам сейчас надо. Извините, ничего с голосом сегодня. Так, а где задание, что-то не пойму. Я же поставил отметку. А, позвонить бестии сначала нужно. Все, понял. Что-то ошибся, просто тупанул, не прочитал до конца. Джонни хочет пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Точно, Джонни? Не ты? Точно. Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Нортоуке. Идет. Я заеду за тобой в посмертие. Собирайся. Угу. Так, вот так вот перемещаемся. Ты решил нанять как приманку? Это комплимент? Ты выглядишь по-другому. Попробуй еще раз. Может, в третий раз скажешь что-нибудь хорошее. Эй, бестия, ты готова? Опять ты. Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог. Он будет позже. Он у тебя на коротком поводке. Ты умен не по годам. Это Порше Джонни? Где ты его взял? Он стоял в контейнере. Помнишь, про который нам говорил Грейсон? Хм. Окей. У меня с ним связано много воспоминаний. Можно ехать. Серебряный пиксель — твое любимое место? Было когда-то. Я давно туда не ездила. Автокинотеатры вышли из моды лет 100 назад. Но серебряный пиксель еще как-то держится. А что, хорошее место для свидания? И мне так казалось. Поэтому я предложила Джонни поехать туда. Много-много лет назад. То есть это не его идея? Конечно, нет. Для него романтическое свидание – это налет на штаб-квартиру Арасаки. Жалко, что нельзя скипнуть поездку. Ладно, Ви, скажи мне, что происходит на самом деле? Не понял. Джонни никогда ничего не делает просто так. В чем же дело на этот раз? Джонни изменился. Он правда хочет немного побыть с тобой.
Не жди ты все время подвоха, бестия. Ну-ну. Ебать, как далеко ехать нахуй. Просто пытаюсь осмыслить. Джонни Сильверхенд вдруг перестал быть эгоистом? Определенно ты на него хорошо влияешь. Ох, блять. Пизду, блять, она тачка, она вообще неуправляемая, блять. Кусок говна какой-то, нахуй. Не отвечаю, она просто вообще не управляется. Я чуть-чуть газ давлю, даю на W. Она прям, блядь, ее заносит, прям вообще по-страшному. Прям, ну, блядь, думаю, сами слышите по звуку, как ее заносит, нахуй. Я совсем чуть-чуть даю, то есть. О. Прям она очень аж, блядь, летает. Прям аж пиздец. Удовольствие от управления тачкой сейчас не получаю. Нахуй я вообще ее взял. Уже пожалел об этом. В прошлой серии, блин. Приехали. Неужели? Черт, да как же так? Быстро же время летит. Когда они только успели свернуть лавочку? Ви, а попробуй туда пролезть. Нас не остановишь. Решили свидание? Будет свидание. Ладно, тогда действуй. А я посмотрю. Сучка. А я откуда знаю? Ну что тут есть код? Ага, это должен быть пароль. На 000? Мы идем в кино. В смысле? Готово, идем. Шалала. Неплохо. Попробуй запустить проектор. Я пока выберу нам места. Сейчас все будет. Ладно, пойдем проверим проектор. Вход вот тут. Спасибо. Кэп. О, интересно. Бушидо. Ага, кажется, я нашел проектор. Ты случайно не знаешь, как его запустить? Давай посмотрим. Последний раз они показывали Бушидо 10. Идеально. Да ну, блевотное зрелище. Ви, мы в автомобильном кинотеатре. Фильм тут вообще не важен. Просто что-то должно идти фоном. Кровь, кишки, сиськи не имеет значения. Ну тогда Бушидо подходит. Ну все, Ви, уступай место. Дальше я сам справлюсь. Развлекайтесь, молодежь. Я заняла лучшие места. Залезай. Ничего дальше? Смотрим фильм. Окей. Как? Нравится? Ты так представляла себе это свидание? Многое должно было измениться, чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино. Но не думала, что все изменится настолько. Давай представим, что сейчас 2015. Мы только познакомились, и я еще не знаю, какой ты ублюдок.
Ладно. Мне нравится «Бестия» из 77-го. Эта версия намного хуже. Ладно. Допустим, сейчас 2015. Ты бы что-нибудь изменил, если бы мог? Неважно что. Я бы завалил Смешера первым. И, наверное, взял бы в башню еще пару бомб. А, то есть сделал бы то же самое, но лучше. Эй, это что такое? Ничего. Просто у меня было время подумать, пока тебя не было. Что было бы, если бы? Ты как будто мне что-то не договариваешь. Джонни, зайка, я очень многого не договариваю. А почему? Ну, у нас всего лишь один вечер. Ну, давайте. Для меня это больше, чем я мог надеяться. Бестия, я здесь в чужом теле, в чужом времени, но я здесь. Сейчас он ее трахнет по-любому. Но это не точно, конечно. Хотя нет, походу точно. Нихуя себе, она уже голая, блядь. Как быстро, блядь. Джонни времени зря не терял, бля. Они просто занимаются хуйней. Джонни, я не могу. Это нечестно. На это по отношению к Ви, типа? Нечестно по отношению к Ви? Нет, к тебе. Я делала вид, что ничего не изменилось. Что я та бестия, которую ты знал. Мне даже себя немного удалось обмануть. Можешь не провожать. Да ёб твою мать, даже трахнуть. Даже трахнуть не дали. Блять. Да. Прям четко. Слово подобрано было. Бестия ушла? Да. Ну и из-за чего вы поругались? Без понятия. Собирались хорошо провести вечер в кино. Потом она разозлилась и не сказала из-за чего. И у тебя нет предположений? Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал. Даже не то чтобы странно. Он ее как будто подначивал. Может, с этим что-то связано? Надо это обдумать. А пока отвези меня в Нортоук. А как это тебе поможет с Бестией? Не с ней, с Керри. На месте тебе все расскажу. И фильм какое-то говно в конфетной обертке. Помимо перемещатель-то есть, найс. Тут тоже есть найс. Тут чай добежим по-быстрому.
В смысле, ты мне опять на... Блять, мне еще прикинь задание, что ли? С Ханако в углях. Да я не хочу с этой это делать, это же, по-моему, финальная миссия. Ой, блять, да. Да. Уйди. Так. Ёб твою мать, опять это стпшится, короче. Ой, блять, ой, блять. Ну, отсюда сам кратчайший путь по прямой на тачке потом. Так, тачка. Какого делам? Чё за... Блять, я не знаю, что с игрой происходит сегодня, ребят, но, блять, игра сама меняет задание. Уже два раза причем. Я не хочу это делать. Она мне это навязывает, блять. Я хочу делать задание Джонни, блять. Заёбывайте, нахуй. Чем без музончика? Навалим. Спасибо, буду искать. Потом найдем. Сейчас пока мне нужно квест. Можешь тормозить. Ладно, теперь скажи, зачем мы здесь? Я слышал, Керри тут неплохо устроился. Виллу отгрохал. Где это ты мог слышать что-то о Керри? Да где-то в городе. Желтая пресса только про него и пишет. Ах да, тебе же не было. А, да, да. Это когда ты развлекался. Так что, хочешь его навестить? Ну да. Че тянуть кота за яйца? И что мне? Завалиться к Евродину и устроить себе экскурсию? В газетах пишут, что у него депрессия. Он пытался покончить с собой. Волнуешься, что однажды у него получится? Да кто знает. Просто я мог бы ему кое-что посоветовать. То есть ты хочешь пообщаться лично? Мне опять отдавать управление? А чё нет? В прошлый раз же ничего не случилось. Дай уж мне отгул за примерное поведение. Хорошо. Только расскажи, что будешь делать. Ничего такого, честно. Просто хочу с ним повидаться. Как ты ему скажешь, что это ты? Если у него правда сейчас в жизни какие-то проблемы, может, лучше все-таки не взрывать ему мозг? Ви, у Керри всегда были какие-то проблемы в жизни. Поэтому, несмотря на все, мы с ним и ладили. Не переживай. Ничего я твоему Керри не сделаю. Для начала попробуем залезть к нему в дом. Ладно, скажи, когда уступать тебе место. Yeah.
Убегай ты. Отстань. Я потом этим займусь когда-нибудь. Наверное. Блять, вот я не зря купил вот эти вот ноги, блять. Оба. А это что за уроды? Вещи. Тихо. Критическое. Понял. Понял. Спокойно. Понял. Не торопимся нахуй. Люблю эту винтовку. Опа. Куда вы нахуй, сынки? Да уж, блевотный кич. Надеюсь, хотя бы стоило до хера. Чем-то же надо оправдать эту безвкусицу. Не, но это даже я знаю. Не подлизывай. Ну ладно, эта штука мне нравится. Вау. Керри, как прекрасная бабочка, рождается из шелкового кокона самурая. Он, похоже, в ванной. Причем один. Это хорошо, поверь мне. Но все, дальше я. Пора его оттуда вытаскивать. Закидывайся таблетками Мисти и начнем. Окей. О, так намного лучше. Интересно, какие тут для красоты, а на каких еще можно играть? We lost everything. Кто, блядь, тут? Ну, играй дальше. Хорошо. Джонни? Керри? Нет. Чел, крыш поехал. Нет. Это какая-то шутка. Погоди. Что Сильверхенд сказал мне перед смертью? Забей на самурай и сделай сольный проект. Видишь, я хуйни не посоветую. Сука, Джонни Сильверхенд. Откуда ты тут? Как? Сюрприз. Долбоёб! Окей, ясно. Ты не ожидал, что я вернусь. Нет, сука, наоборот. Я 50 лет только этого и ждал. А я смотрю, ты немного изменился. Новый стиль?
Идешь в ногу с модой. Да и ты тоже выглядишь ничего так. Бля, Джонни, мне надо накатить. Ну, хорошо. Давай рассказывай, почему ты выглядишь как мелкий вор из посмертия. Это Ви. Он тебе понравится. И чё? Блядь, Джонни, мне это вообще ничего не объясняет. Ебать, ты устроился. Погоди, это только начало. Выпустил 4-й альбом и въехал сюда. Хорошо продался, видимо. Завали, Джонни. Просто, блядь, не начинай. Подъебал. С кем ты подписался? В смысле? С Арасакой, блядь. Да, с утра записываюсь у них на студии, а вечером Юринобу заскакивает ко мне на барбекю. Это правильно. Так с кем подписался-то? MSM Records. Что ж, тоже столб общества. Давай, располагайся и рассказывай, где тебя носило столько времени. Это будет долгая история. Да мне похуй. Мне важно, чтобы в этой истории каждый эпизод был трагичный, как пиздец. Только вот не говори мне, что ты все это время катался с кочевниками, подставляя лицо ветру. Или что ты тусил на орбите и решил оттуда слезть только для того, чтобы меня тут говном поливать. Иначе я ебанусь. Поверь, это трагедия. А, бля, помнишь? Это был единственный раз, когда Генри пришел на репу чистый и трезвый. Да, и играл какую-то хель. Зато Дэнни была рада. С кем-то из наших пересекаешься? Только с Нэнси. Ее теперь зовут Исида Бесс. Работает на 54-м. Могу узнать, что с Дэнни и Генри, если хочешь. Можно снова собраться, я не знаю. Поиграть вместе. Неужто хочешь возродить самурай? Ну, так. На один концерт. Сыграем в какой-нибудь дыре, где нас никто не знает. Мне же надо следить за своей репутацией. Охуенно. Я только за. За Beatles? Сейчас я перешлю тебе номер Нэнси, а сам попробую выцепить Генри и Дэнни. Но если меня не будет, договаривайся с Ви. Ладно. А вы дружите? Не, не особо. Но ты же понимаешь, у нас нет выбора. А как мне? Джонни, все норм? Нет. Ты, наверное, Ви. Джонни предупреждал, что такое может случиться. Вы хоть нормально поговорили? Я уже чувствую угрызение совести. Ты это... Посиди пока. В себя приди. Вообще ни о чем не волнуйся. Так что там про концерт? Ты все слышал? Когда эффект слабеет, начинаю слышать. Ну? Хочешь увидеть самурай живьем? Другого шанса может и не быть. Ладно. Я звоню Нэнси. Молодец. Хвалю. Нэнси? То есть Исида? Исида Бесс? Нет. Это ее недооцененный и переутомленный ассистент. Стивен, 54-й канал. Слушаю вас. Мне нужна Исида. Ее тут нет. Я звоню из резиденции Керри Евродина. Круто, но Исиды все-таки нет. Но мы ее ждали 2 дня назад. Она поехала в Тоттентанс, чтобы снять сюжет о Мальстреме. Звоните на следующей неделе или следите за новостями. Если с ней что-то случится, я первый об этом расскажу. Ви, тут что-то не так. Давай-ка с тобой скатаемся в Тоттентанс.
Сейчас, походу, будет мясо. Начинает складываться. Никто из журналюк не попёрся бы в Тоттентанц. Кроме Нэнси. Классно выглядишь. Минимализм. У меня здесь тоже раньше был такой хром. Ну, иди. Заебца. Моя красава. А ты уёбок, пацан. Тоже в Тоттентанц? Заебись. Третий, нажми кнопочку, я пальцев не чувствую. Ну давай, вперед. Слышишь? Тинитус играет. Наши ребята. Люблю эту песню. Заходи. Сойдешь за своего без проблем. Чего вы гоните? Сука, нихера себе! Помнишь ту запись из All Foods? Это чувак, который увел бота-шпиона! Не-не-не-не-не, он же не тупой сюда приходить. Так это ты? Мне не хватает. Не знаю, о чем ты. Да, это он! Ничего себе, какой выпал шанс отличиться. Вон отсюда! Живо! Это шкет из офф. Я не слепая! Что тебе надо? Пастор. Я ищу Исиду Бесс. Не в курсе, где она? Работаешь с ней? Нет, хочу поболтать. Она вроде здесь. Здесь! Только сначала поговори с Бриком. Он решит, что с тобой делать. Я тебя отведу. Пойдем, пойдем. Я вроде же спас ему жизнь, да, этому додику, когда мы бот спиздили с этим. Брик сменил Ройса после того, что было на All Foods. Да вы же от этого только выиграли. Ты же не думаешь, что Брик скажет тебе спасибо? Может, ты что-то имеешь против? Нет, просто Брик сейчас не в том положении, чтобы еще проявлять эмоции. Я ему жизнь спас. Он нахуй на бомбе сидел, этот уебок, по-моему, насколько я помню. Такое определение. Тебе так хочется.
хочется навесить на нас какой-то ярлык. Нет, я просто пытаюсь вас понять. Шум, хаос, хаос. Брик, тут еще к тебе! Ви, какой сюрприз! Чем могу помочь? Кажется, я не вовремя. Да нет, мы уже заканчиваем. Исида немного засиделась. У меня еще остались вопросы, на которые нет ответа. Ответы можно придумать. Обычно журналисты с этим справляются. Напиши что-нибудь про оргию шума. Советую усилить охрану на Ибунике. Я там был недавно. Твои люди не отличались физической подготовкой. Загляни туда как-нибудь еще раз. Я прослежу, чтобы тебя встретили как надо. Просто даю дружеский совет. Благодарю. Я от Керри Евродина. У меня дело к Исиде. Керри? Чего это он вдруг про меня вспомнил? Можете идти. Чё? Ты его отпустишь? Тебя спрашивали? Нет, я так и думал. Мы тут все деловые люди. Спасибо за познавательную беседу, Брик. Пойдем. Все, дельтуем. Спасибо. Я это ценю. Нормально, чего не зря ему жизнь спас. В начале игры. Когда еще мы с моим напарником гоняли брота. Это дрона, точнее, пиздили эту умного какого-то там. Брик вроде норм. Ага. Если бы он еще в музыке хоть что-то понимал. Ты пришла, чтобы поговорить с ним про музыку? Ага. Тинитус. Музыка тотем танца. Брик ни хрена полезного не сказал. Что ж, этот гребаный лифт так медленно едет. Я на машине. Так ты что, решила бросить тему? Я так и не узнаю про музыку в Мальстрёме. Надо посмотреть, что я назаписывала. Может, получится что-нибудь слепить. Пошли уже. Надеюсь, моя тачка там же, где я ее кинула. Все-таки зря я перестраховалась. Надо было говорить не с Бриком, а с Тинитусом. У тебя что, был на них выход? Брик приглашал меня однажды на концерт. Проблема в том, что у них состав каждый раз меняется. Ну, твою ж мать! А что? Рисунок на память. Могло быть и хуже. В пизду память. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге. Ладно, так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. Только на один вечер. Нет самурая без Сильверхенда. Это будет концерт в память о Джонни. Чего это Керри вдруг спохватился? Я думала, он уже забыл про все. Хотя какая разница в самом деле? Что мне с этого будет? Встретишься со старыми друзьями. Я тебя умоляю. Дружили только Керри и Джонни. Мы просто были вокруг и иногда с ними сталкивались. А что ты хочешь? Взять интервью у Керри? Я могу сама его написать. Из головы. Мне нужны контакты всех его знакомых в индустрии.
Всего-то. Думаю, вы договоритесь. Поездку сольем. Приехали. Вылезай. Стой. А что с концертом? Скажи Керри, я все организую. На связи. Окей, спасибо. Ну что, дело сделано. Звони Керри. Привет. Как дела? С Нэнси поговорил? Да. Она согласилась, сказала, что сама все организует. Опять всеми верт. Ну, круто. У меня тут возникли кое-какие проблемы с Мальстрёмом. Да, ништяк. Короче, я выцепил Гены. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу все завертелось. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз, и поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретимся. Мне тоже надо? Зачем? Ну ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце-то концу. Лови адрес. Вопрос, а есть перемещалка поблизости? А я где? Блядь, покажите мое местоположение, я его... Все. А, кстати, там вроде дали очки, что ли? А, репутацию просто подняли. Ничего мне тут пока еще не дали. Понятно. Уехали, значит, дальше. Да ёп. Свет. Значит, отсюда получается полетим. Блять, точек перемещения вообще нет по карте. Далековато не пиздохать, если я пешком. Бля, далековато. Давайте мотоцикл вызовем. Гляди. Что тут случилось? Может, у нее ремонт? А Генри одолжил бетономешалку. Он всегда был у нас мастером экспромта. Может, они в доме? Позвони по интеркому. Ну ладно. Значит, ищем дальше. Блять, вот не зря я качаю. Прикупил себе эти ботиночки. Понеслась пизда по кочкам. Что ты тут делаешь? Да, бетономешалку в бассейн. А, бля. А это что? С дружком пришел? Вот это и шаг. Кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся? Я вообще-то от Керри. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Мы хотим возродить самурай на один вечер. А, так вот для чего он решил нас всех собрать.
Мило, но без шансов. Я с этим, блядь, уродом играть не буду. Дэнни! Нет, ни за что. Выбирайте, или он, или я. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну чё, как ваши дела? Херово, Чумба! Дэнни не хочет со мной играть! А мы уже обо всем договорились! То есть Керри тебе платит? Ну, теперь все понятно. У меня просто, блядь, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уебывайте с моей лужайки! Бля, я не хочу выбирать. Думаю, выбрать должен ты. Бля, меня бесит, что Дэнни зажимает нас в угол и ставит условия. С другой стороны, у Генри каша вместо мозга. Ему вообще нельзя доверять. Спасибо, блядь. Ты мне очень... Короче, выбираем бабёху. Раз уж надо выбирать, сыграем с Дэнни. Керри, блядь, как так? Кто тут больше всех создает проблемы? Я или она? Блядь, чувак, слушай, давай я... Знаешь что, Керри? Шел бы ты нахуй! Хорошо, что Сильверхенд этого не видит. Закончил? Вали. Ладно. А что с Нэнси? Я с ней на связи. Она сказала, позвонит, когда все устроит. Увидимся на концерте. Блять, теперь еще и с этим надо что-то делать. Подрезали. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Осталось только подождать Нэнси. Надо ждать тебя, пока Нэнси позвонит. Давайте пока на этом, ребят, завершим. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!